Ну, Леночка, знаешь, мне тебя прям жалко. Очередной вызов, видать. Алло, да, я вас слушаю. Да, записываю. Улица 65. Да, конечно, скоро буду. Хорошо, все, давайте договорились. Очередной вызов. А, стоп. Так, по-моему, это улица рядом с домом этой ненормальной парочки. Так это гениальная идея, мне заглянуть к ним в гости. По-моему, моя машинка там находится. И если я их вдруг застану, походу буду решать, как с ними разобраться. Ну все, им не поздоровится. Поехала я. Вызов, кстати, мне сегодня. Леночка, ну как дела тут у тебя? Иди отсюда, я вообще с тобой разговаривать не хочу. Леночка, ну подумаешь, охладилась немного. Слышишь, ты посмотри на меня, я теперь на мокрую курицу какую-то похожа. А ты вон нормально человеческий, а? Да слышь, Леночка, сама первая начала стебаться. И вообще мы сюда приехали не стебаться друг над другом, а план разрабатывать против этой медсестры. Правильно, а ты взял меня и в бассейн. Ага, а ты мне червячков всяких, паучков. Я вообще-то плохо вижу, поэтому я не увидела, что я тебе принесла червячков и паучков. Ладно, Леночка, все, пошли, я тебе морожка куплю, прогуляемся. Тут новый магазин недавно открылся. Я мокрая, как я пойду? Да по дороге высохнешь, погнали. Ладно. Так, с вызовом я быстро справилась со своими пациентами. А вот это, по-моему, тот злосчастный домик вот этой ненормальной парочки. Я думаю, что как раз самое время заглянуть к ним в гости. А, ворота открыты, машинка на месте, а никого не видать. Так, надо быть предусмотрительной и осторожной. Ох, как жалко, что я забыла свою сумочку. А так бы там у меня зеленки и на тебя хватило бы. Ничего, сейчас по ходу действия что-то будем придумывать. Пока проверю этих ненормальных двух на территории, чтобы не нарваться на неприятности. О, как у них тут здорово. Райский уголочек себе устроили. И бассейн, и батут. О, гараж с моей машинкой! Ой, роднулечка моя! Ой, душу аж греет родное, видит родная вещичка. Ой. Блин, закрыто. А я запасные ключи все никак не найду. Я б тебя уже давно отсюда забрала бы. Ой, ладно, постой еще. Я вижу, тут под навесом. Так что тебя немножко хоть доберегут. Ну, конечно, такую красоту да не беречь. Ладно, я еще за тобой вернусь. А пока разберусь с этой парочкой. Где же они? Пойду территорию просмотрю дальше. Странно, совсем нигде нету. Но они где-то тут рядом, потому что ворота открыты. Значит, это мне как раз на руку. Как жалко, что у меня с собой ничего нету. Как бы поиздеваться над этой машинкой. Хорошо же быть девушкой. Что у меня есть? Помадка у меня есть. Сейчас эта машинка у меня попляшет. Не зеленка, конечно, но я думаю, жирненькая она тоже окажется и разрисованная. Ну что, защитная идейка у меня, как отомстить? Да. Девушка будет рада видеть красивую картинку у себя на машинке. Вот, отлично, улыбающиеся губки. Так, еще раз украсим их. Вот так вот, отлично. Как же хорошо, что у меня в кармашке была помадка. Так, и нижняя часть.
Ой, как замечательно смотрится. Она такая жирненькая, въедается. Ох, папа мучается, а не отмывать ее. Вот. Вот так вот. Полноценно разукрасим внутри. И здесь тоже сердечко. Вот так вот. Я представляю, как она будет ехать по городу. Сейчас напишем. Love is. Вот так вот. И многоточие. О, я знаю. Love is crazy wife. Я думаю, они будут рады. Вот. Пожалуйста, я тоже люблю ваш Crazy Life. А тут нарисуем звезду. Так, вот, отлично. Такую полноправную. Так, еще одну. Ха, отлично, замечательно. Ребятки, кто-нибудь когда-нибудь разрисовывал помадой машины? Это так забавно. Так. Ну, пожалуй, тут хватит. Ладно, еще одну. Вот, отлично. Я просто балдею от своей идеи. Ну что, перебираемся к переду машинки. А тут надо что-то совсем дерзкое. Кстати, ворота открыты, а машинка... О, ребятки, машинка открыта. Так а зачем мне дальше рисовать? Этого не надо делать. Мы сейчас эту машинку просто по деталям разгребем, разворуем. Только надо придумать, что же мне украсть такого. О, придумала. Дверьку хотела снять. Но дверька там, пока повожусь я с ней. Вероятно, эта ненормальная парочка вернется. Я сейчас стырю капот. И без капота они вряд ли смогут на мойке помыть. Так еще больше им делов будет вручную все это драить. О, гениальная идея. Сейчас попробую снять. Так. О! Ой, как отлично, замечательно. Боже, как тут все грязно. Так, на четырех болтиках, значит, держится. У меня-то ключей нету. О, а вроде бы есть. Рядом с моей машинкой в гараже. Гараж же открыт. Побежала. На, Леночка, охлади. Давай, слышишь, уже охладилась один раз. Пошли, вон, смотри, какой-то батут, посмотрим. Я думаю, что вот эти винтики-шпунтики открашиваются. О, так все легко и просто у меня получается. Ой, тяжеловатый он, но всего-то делов капот открутить. А говорят, что девушки слабенькие создания ничего не могут. Так. Ну, по-моему, тут без капота смотрится гораздо лучше. Я думаю, что мы еще им послание оставим на лобовом стекле. Так, это мы с собой заберем. Боже. Так, где моя палатка? Так, чего бы мы им оставили такого интересного? А, знаю, доброго дня. Дня. Замечательно. Восклицательный знак. И вам еще тут губки. Я вас целую и люблю эту сладкую парочку. Так, по-моему, мое время поджимает. Я думаю, надо брать капот и сматываться быстрее. Так. Ой, как бы мне его еще увезти. О. О, ну все, я думаю, отомстила я сполна. Пошла я. О,
Ой, какое вкусное морожка. Ой, ну я ж у тебя молодец, Леночка. Не, ну да. О, Толика, что у нас ворота вообще открытые? Ты закрывал? Нет. И я не закрывала. Леночка, а что это такое у тебя на машине, смотри, нарисовано? Ворота забыли закрыть, блин. Что это такое? Блин, что за губы розового цвета? А что там, давай посмотрим. Что здесь? Блин, сердечки какие-то. Ой, Леночка. Посмотри, чего-то на машине не хватает. Смотри. Леночка, у тебя капота нету. Одни гаечки и болтички остались. Слышишь, реальная жесть. Нас же 10 минут всего не было. Доброго дня. Нифига себе, кто-то слушай, мне это напоминает. Это кто у нас такой интеллигентный есть? Леночка, ну это точно не я, я с тобой был. А знаешь, очень похоже, что это ты. Блин. Я один раз уже поменяла. Не, это реальная жесть. Второй раз. Его даже не бомбили, просто взяли и украли. Так подожди, а как? Блин, так у тебя машина открыта. Все правильно, взяли, открыли. Да, потому что ты вообще двери забыл закрыть, блин, ворота. Скажи спасибо, что капот украли. Могли и двери унести, и крышку багажника. Все что угодно, могли по запчастям разобрать ее. Так вот, по запчастям и разобрали. Ребята, пожалуйста, кто видел, что тут происходило, пока нас не было? Обязательно черканите в комментариях, это реально жесть, это нельзя оставлять безнаказанно. За такое нужно отвечать. Так что напишите в комментариях, очень вас просим. Вот надо было сидеть и думать, как этой медичке отомстить. Они пошли, тут еще вот новые враги нам появились. Ладно, Леночка, пошли подумаем, как быть вообще, что делать. Все, ребята, вы были на канале Crazy Life. Обязательно, кому понравился видос, лайк ставьте. Не забывайте писать в комментариях, кто это сделал и что тут происходило, пока нас не было. Пошли, Леночка, пока.